Я сделал шаги в направлении кухни, но очутился в пещере. Мой холодильник с голоду пухнет, а потолок почему-то стал серым. Я спокойный, терпелив. Пауки превращают квартиру в кокон, но у меня не работает слив. И меня просквозило от распахнутых окон. Я дохну, каждый день подвигает меня ближе к яме. И сохнут вены, все то, что ничтожно, выедает глаза мне. Я дохну, каждый день подвигает меня ближе к яме. И сохнут вены, все то, что ничтожно, выедает глаза мне. Я дохну, каждый день подвигает меня ближе к яме. И сохнут вены, все то, что ничтожно.